Детско-юношеская спортивная школа «Жегер» в селе Зеренда привлекает школьников к здоровому образу жизни и массовому спорту. Во внеурочное время в данном учреждении проводится разнообразная работа. На крытой спортивной площадке проводят тренировки с мячом. Школьники овладевают различными приемами, выполняя задания тренера Андрея Кулинюка. Большая часть детей из младшей группы принимает участие в районных и областных соревнованиях. 6, 7, 8 лет, ребята. А так вообще у нас порядка 200 человек. У нас еще кроме Зеренды еще есть филиалы в Берлистыке, филиал в Шагалалы есть. Еще ребята у нас приезжают с близлежащих сел, родители привозят, поэтому почти охвачен полрайона, можно сказать. Успехи детско-юношеской спортивной школы «Жегер» с каждым годом растут и прославляют село. Комплекс у нас открыт с 2017 года, это был еще тогда детский юношеский клуб физической подготовки, но в 2021 году он реорганизовался и стал спортивной школой. Сейчас у нас 736 учащихся. Это 10 спортивных групп, 10 секций спортивных, 42 группы. У нас функционируют в основном игровые виды спорта, волейбол, настольный теннис, плавание, футбол, ну и а также национальные виды спорта. Это казах-курес, тохускумулак, асы-кату. И сейчас мы открыли группу «Общая физическая подготовка». Это для малышей, для самых маленьких. Двери спортивного комплекса открыты каждый вечер для жителей села. В плавательном бассейне, тренажерном и спортзале проводятся тренировки. Созданы благоприятные условия для формирования здорового образа жизни. Эльмира Оспанова, Колымбек Мухамеджанов, Алишер Шакубаев, Алмаз Садвакасов, Кокчей Акпарат.